Всем привет, друзья! Как заменить ремень ГРМ? На разных двигателях и на разных автомобилях метки могут отличаться. Это нужно смотреть в руководстве по ремонту и по обслуживанию. У меня метка ГРМ находится с внутренней части шестерни распредвала. В этом положении оба клапана первого цилиндра закрыты. Ноль на маховике, вот если снять резиновую заглушку, ноль на маховике обозначает ВМТ, верхнюю мертвую точку. В этом положении поршень первого цилиндра находится в самом верху. Вверх он уже подняться не может, дальше он будет опускаться только вниз. В общем, ВМТ — это верхняя мертвая точка. Снимаем крышку. Далее нужно будет открутить шкив помпы и шкив коленчатого вала. Значит, ослабляем генератор, откручиваем шкивы. Одной рукой держим коленвал, другой откручиваем болты и снимаем шкив на коленвалу. Этот шкив я беру такие кусачки, с одной стороны придерживаю, с другой стороны откручиваю. Ослабляем ремень, снимаем и снимаем шкивы. Можно отсюда даже откручиваем пластиковую защиту. Снизу открутил, теперь вот этот откручиваем, и который крепит генератор. И защиту можно снимать. На маховике поставил ноль. Бегунок смотрит в район риски. Чтобы опережение не сбить, можно будет фломастером отметить. Хотя бы примерно будет. Ну и потом откорректировать зажигание можно будет. Вот метка ГРМ. В общем, все выставлено по меткам. Откручиваем гайку на ролике, ослабляем ремень ГРМ, снимаем его и в этом положении ставим другой. Я еще заменю натяжной ролик. У меня есть один бэушный в отличном состоянии. Он прошел где-то 10 тысяч километров. Так что поставлю его. В этом положении можно менять и ремень ГРМ, можно менять трамблер, или же у кого нет места для регулировки, можно трамблер повернуть и потом повернуть немножко промвал. Короче, сдвинуть. Вот и все.
принципе, ремень ГРМ на аварийный случай можно бросить про запас. Ну, на всякий случай. Мало ли что. Цепляем новый. Метки могут сбиться. Не могут, а собьются. Промвал повернется. Одеваем, проверяем метки. Если что, переставляем. В общем, нужно, чтобы ремень был одет. И метки ГРМ, ВМТ. И бегунок, чтобы смотрел на риску. Поставил метку ГРМ. Примерно по срезу плоскости ГБЦ под крышкой. Бегунок смотрит в район риски. И должен стоять 0 на маховике. В общем, разными манипуляциями надо добиться того, чтобы все метки совпадали. Потом, когда натяну ремень ГРМ, сделаю опережение на слух. Я делаю опережение зажигания на слух. Кто не знает, можно сразу заранее отметить положение бегунка, начертить, сделать отметки фломастером, ну и так далее. В общем, вот 0. Не знаю, видно будет или нет. Берем что-нибудь вот типа для снятия стопорных колец. Вставляем в отверстие. И по часовой стрелке натягиваем. Многие ошибочно думают, что против часовой. Он натянется и так, но правильно по часовой. Ремень натяну. Еще раз проверяем метки. Все ли на месте. Проверяем метку ГРМ. Проверяем положение бегунка. И проверяем ВМТ. Ну и все. В общем-то готово. Теперь все в обратном порядке. Одеваем защиту. Одеваем шкивы. Одеваем ремень генератора. Натягиваем. Все ставим на место. Заводим. Если надо, делаем опережение зажигания. Все на месте. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!